Волонтеры очистили не только береговую линию, но и морское дно. В этом непростом деле помогли настоящие дайверы. Также ребята освободили от мусора территорию вокруг реки Суко и гору Экономическая. Всего в ходе акции мальчишки и девчонки собрали около 20 мешков мусора. Экологическую акцию поддержал фонд содействия по выполнению государственной программы «Доступная среда», а также представители Краснодарского регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег». Наше море – это наше богатство. Я считаю, море должно быть чистым. Очень замечательно, что эта акция проходит именно на территории смены, потому что только здесь такая, можно сказать, не сильно тронутая экологическая система. Также в рамках «Экодня» сменовцы приняли участие в экологической викторине, в ходе которой они смогли узнать, чем заповедник отличается от заказника, как животные адаптируются к различным условиям природы и многое другое. А актуальные экологические проблемы и пути их решения обсудили за круглым столом. В нем приняли участие специалисты в области природоохраны и экологической безопасности, представители администрации муниципальных образований края, члены ОНФ. Море болеет. Море уникально. Все это хорошо знают. Двухкилометровая, как бы такая яма, а живого слоя всего 100-150 метров. И мы его обязаны сберечь. Вот эта встреча для меня, она прежде всего дала возможность общаться с людьми. Я нашел новые, очень важные контакты. Второе, я увидел, что на самом деле очень много людей искренне переживают за состояние края, моря, с любовью относятся. Завершился тематический день эко-вечеринкой, на которой самых активных участников акции наградили грамотами. Впечатления реально классные. Мы сегодня собрали очень много мусора. Мы сделали наш берег гораздо чище. И спасибо смене за этот день. Подобные экологические акции в Суко уже стали традиционными. Организаторы надеются, что в будущем волонтерское движение будет только расширяться.